С глебов. Звезд не хватит на всех. Солнечный шторм. 23 октября 2030 года. Серый периметр. Темная газопылевая туманность на границе с диким космосом. Борт линкора «Эверест». Нельзя сказать, что Виктор старшему не поверил, но некоторые сомнения в достоверности полученной информации у него все же возникли. Галф, как обычно, использовал для связи только звуковой канал. Экран системы связи оставался темным, и детектору лжи биопроцессора явно не хватало данных для анализа. Впрочем, возможно, на копании в мозгах старших он просто не был рассчитан. Так или иначе, проверить утверждение Галфа Вершинин не мог, и полагаться ему оставалось лишь на логику и интуицию. Мог ли старший сам не владеть всей информацией? Исключать такой вариант было нельзя. Галф сказал, что его доступ к центральному информационному хранилищу аннулирован, но какие-то возможности черпать оттуда данные у него все-таки сохранились. Никаких подробностей он не раскрыл и это оставляло простор для непростых размышлений. Виктор не сомневался, что теперь возможности Галфа сильно ограничены, и совершенно не факт, что нелегально получаемые им сведения не являются прямой дезинформацией, или искусной подделкой, наполненной полуправдой, щедро сдобренной ложными данными. Стоило учитывать и еще один неприятный вариант. Галф мог вести свою собственную игру, в которой людям и их союзникам отводилась лишь роль фигур на шахматной доске, которыми всегда можно пожертвовать ради победы в партии. Думать так Виктору не хотелось, но и отбросить эту мысль без серьезных оснований он тоже позволить себе не мог. «Звучит довольно странно», Покачала головой Корра, когда Виктор пересказал ей свою беседу с Галфом. Тебе не кажется, что для древнего искусственного интеллекта, созданного самой развитой из известных нам раз, центральный вычислитель старших как-то излишне туповат? Посмотри, к примеру, на конструктора. Располагая теми же исходными данными, он бы к такому странному выводу точно не пришел. Вот ни секунды не сомневаюсь, что конструктор принял бы более адекватное решение. Меня это тоже сразу зацепило. — кивнул Виктор. «Но в принципе объяснение придумать можно. Конструктор изначально создавался для решения очень серьезного круга организационных и инженерных задач, а центральный вычислитель старших, судя по всему, был узкоспециализированной машиной, чей пакет искусственных нейронных сетей формировался исключительно для управления буферной зоной». «Ну, знаешь», — не согласилась Корра, «чтобы управлять такой сложной системой, тоже нужно уметь решать весьма широкий круг задач, что и показала сложившаяся сейчас ситуация. Не думаю, что предки старших этого не понимали. Тут скорее сработала какая-то безусловная директива, изначально заложенная в алгоритмы работы вычислителя. Например, жесткое указание считать вражеским любой корабль, применяющий оружие Орды и при этом не имеющий на борту артефакта блокиратора. Не сходится. Если бы такая директива действительно имела место, вычислитель старших не завис бы на несколько суток, Такие команды обрабатываются мгновенно. И тут, похоже, искусственный интеллект действительно пытался найти решение проблемы, далеко выходящей за пределы его компетенции. «Да тут ничего не сходится!» С досадой отмахнулась Корра. «Галф сказал, что центральный вычислитель старших теперь будет считать ордой людей Флеев и Бейтанов. Но это же просто бред какой-то. Люди — это далеко не только земная федерация. Все корабли Империи и остатки флота Союза Семи Планет имеют на борту артефакты-блокираторы, а значит, входят в систему контроля буферной зоны. У флеев и бейтанов ситуация менее однозначна, но большинство их вымпелов тоже пока от артефактов старших не избавилось. И что? Они тоже теперь враги и орда? «Не факт», — согласился Виктор. Галф на эту тему ничего внятного сказать не смог, и это еще больше настораживает. Похоже, он действительно владеет лишь какой-то частью информации, возможно он намеренно сгущает краски либо просто чего то не договаривает старший врет неожиданно вклинился в разговор шерхан до этого лишь нервно подергивавший хвостом и внимательно прислушивавшийся к разговору людей кора эту мысленную фразу естественно не слышала но виктор отреагировал немедленно почему так думаешь страх он боится не за себя за всех старших Вступление Шерхана в обсуждение слов Галфа стало для Виктора полной неожиданностью. Похоже, Ербис тоже постепенно менялся под воздействием субпроцессора, и теперь эти изменения привели к переходу мышления Ербиса на новый уровень. — И кого он столь сильно испугался? — поинтересовался Виктор, знаком остановив кору, хотевшую что-то сказать внезапно замолчавшему мужу. — Тебя, других людей и пушек орды в ваших руках! — рычал Шерхан. — Боится вашей мести старшим. — Но он же сам нам помогал. — Масштаб, ты слишком быстро набираешь силу. Он не ожидал. — Зачем мне врать ему? — Не знаю, не слышу, не чувствую причину. В мысленном голосе Ирбиса послышалась неуверенность. Но старший врет. Не во всем, но врет. Тебе что-то сказал Шерхан? Кура слегка прищурилась, глядя на безмолвный диалог Виктора с Ирбисом. Да, он считает, что Галф говорит неправду, опасаясь, что люди, получив оружие Орды, станут мстить старшим. И чего он своим враньем добивается? Трудно сказать. Может быть, Галф хочет, чтобы мы свернули все активные действия и сосредоточились исключительно на обороне своих звездных систем, для этого и представляет ситуацию более тяжелой, чем она есть. «А может, все наоборот?» В голосе Корры зазвучали жесткие нотки. «Галф вывернул ситуацию так, чтобы мы продолжали считать Империю союзником, в то время как она в любой момент может стать нашим врагом. Представь, что будет, если к Императору напрямую обратятся старшие. Это ведь шанс для Империи. Она проигрывает войну, а под маркой борьбы с нашествием можно потребовать заключения мира или длительного перемирия с Альянсом и обеспечить себе столь необходимую передышку в боевых действиях. А в качестве бонуса еще и получить от старших новые технологии. В результате на нас навалится весь протекторат и кронсов в придачу. Да даже если империя просто останется в стороне, никакие деструкторы нам при таком раскладе не помогут. «Паршивый вариант», — кивнул Виктор уже всего что мы понятия не имеем где в словах галфа правда а где откровенная дезинформация плюс к тому о чем то важном он наверняка просто умолчал а может и сам не знал старший сказал что к сектору флея приближается имперский флот под командованием адмирала трия зачем он слил тебе эту информацию виктор задумался сходу записывать галфа во враги ему не хотелось в конце концов, все их домыслы и непонятно на чем основанные утверждения Шерхана могли быть ошибочными. «У нас слишком мало фактов», — спустя десяток секунд произнес Вершинин. «Мы не знаем главного, точных мотивов Галфа. Я по-прежнему не уверен в том, что он играет против нас. Конечно, нельзя исключать, что он хочет столкнуть нас с Империей лбами, но все может быть и совершенно не так. Что если Галф надеется втянуть империю в войну с кронсами на нашей стороне, чтобы дать нам хоть какие-то шансы? Для этого он и рассказал мне об имперском флоте. Любые наши совместные действия с имперцами могут заставить вычислитель старших посчитать империю частью орды. Пока мне ясно только одно: нужно как можно быстрее встретиться с адмиралом Трием. Это, по крайней мере, даст нам ответ на вопрос, не соврал ли Галфа в движении имперских кораблей к сектору флея. «Ну, а дальше придется действовать по обстоятельствам». «Хочешь рассказать Адмиралу все как есть?» — задумчиво спросила Корра. «Как пойдет», — пожал плечами вершинин. «Во всяком случае, втягивать Империю в наши дела обманом я точно не собираюсь». «Возможно, этого Галфа боялся», — усмехнулась Коржа. «Ты слишком правильный, вершинин. Только не подумай, что мне это не нравится». А вот старший мог решить, что намеренно подставлять имперцев ты точно не станешь. Поэтому он попытался обставить все так, чтобы все выглядело как случайность. Ты вмешаешься в драку Трия с Альянсом на стороне имперцев, опять применишь оружие Орды, три тебя с энтузиазмом поддержит, а дальше центральный вычислитель старших автоматически занесет империю в список своих врагов».